Знаете, с суицидом я себя не сегодня не закончу, раз закрывается фестиваль. Фестивальная, музыкальная и творческая столица, а вот не побоюсь этого слова, мира, город Витебск! Поэтому Славянский базар, я просто буду молиться, чтобы он проходил каждый год, потому что, я уже повторяю, это нас сближает. Просто вижу, как горят глаза у людей на улице. А я очень люблю ходить вот в Витебске. Просто выхожу, огромные улицы, спокойствие, улыбки. Удивительной чистоты люди, удивительно восприимчивые, светлые, отзывчивые, какие-то очень теплые, душевные. Это огромнейшая радость и победа, поэтому огромное спасибо Витебску, как всегда, здесь мне очень комфортно и уютно. А почему грустно? В следующем году все повторится с новой силой и будет еще больший праздник. Поэтому, друзья мои, никогда не грустно расставаться и прощаться с чем-то, потому что впереди нас ждут большие успехи. Я человек простой. Закончился Славянский базар, радуюсь как могу. Ура! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.